Представьте, что к вам на психотерапию пришла Настенька из сказки «Морозко». На что она может нам пожаловаться? Конечно, на отношения с сестрами, которые не складываются, с мачехой. А батюшка зачем-то очень ее любит, как ей кажется, но увозит в лес. Что с ней делать, непонятно. Любые версии, как бы вы ее диагностировали, в какую сторону направили терапию, с удовольствием будут мной рассмотрены.